Приветствую зрителей канала Мудрая Рядом. Сегодня делаем красивый подарочный пакет, конечно же, с символом года тигр. Складываем бумагу пополам, заворачиваем практически до серединки одну сторонку и навстречу другую сторонку. Разворачиваем и по этим же сгибам снова загибаем в обратную сторону. Загибаем уголочки в одну сторону. И разгибаем их в обратную. Снова загибаем. Подготовим детали и приклеим на одну из сторонок. Прорисуем черточки. Формируем сам пакет. Вот этот образовавшийся уголок смазываем клеем и склеиваем. Точно так же склеиваем верхние уголочки. То же самое делаем со второй стороны. У нас получается пакетик, но здесь есть дырочки. Из этих дырочек мы образуем лапки, приклеивая по бокам. И еще лапки. Добавим еще немножечко черточек. Из двух полосок бумаги образуем ручки. Это сделать несложно. И, соответственно, приклеим. Наполним наш пакет конфетами. Или тем, кто захочет что-то другое. Орешки, записки, открытки. И вот с таким подарочком. Смело в гости в Новый год. Всем, кому понравилось, делайте. Пишите комментарии. Всех с Новым годом. Всем пока-пока.